Так, давай новую запись пошли, а то что-то я тут проебал запись, по-моему, больше часа хуйнул. Так, где тут у нас? Что тут у нас? Где тут? Что-то. Ага, да, так, что-то занавалим, блядь. Опа! Опа! Все, я взлетаю. Да, да, я уже летел. Все. А куда вот эти два мусора побежали? Я тут ебал. Ух! Это я так красиво уничтожил. Слышь, два мусора куда-то убежали. За подмогу, да? А нельзя что-то два мусора где-то убежали вот туда, вниз что-то и все. А что они убежали? Мусора. Блять, я не вижу вертолет. Вижу. Блять, не попал. Сейчас попаду. Да. Пилот, который второй этот Дэвил. Точки указывай, где ближайшие на карте. Не знаю, все сгорели. Щит, мазафака, щит, как они кричат, щит. Маршрут проложи. Щит, а, вот прибежал один. Там прикольный, конечно, маршрут будет. И возле стены я его похоронил. На, блядь. Слушай, пилот скидывать не может? А пилота можно скидывать? Стоп, тихо, полегче, полегче. Такой, знаешь, это прорыв, ебанулся, блядь. У вас прорыв только в ваших глазах, в ваших чеховских мечтах. Ну, как не знаю. Блять, а что ж такое? На, сука, в башке РПГ. Я промазал? Так. Меня тупо вальнули. Это вообще, короче, какая-то жизнь нереальная. Просто... Так, подожди, не до этого, не до рекова. Рекова. Как там, блядь, перезаряжаюсь. Релоуды, во, да, забыл. На, давай. Пуканы как порвало там, блядь. Ебать ты мой. Потом зайдем, короче, в офис, посмотрим, какие там деньги валяются. Не знаю, что там валяется, но ФПС просели до 30. Я ебал, тут происходит. ФПС тебя просело? Да тут 30, блядь, не больше. Ты видел, что творится вообще? У меня 75 показывает. Но у меня лишь интернет лагает. Еще. Ну ты-то не с нами. Был бы ты с нами, ты бы понял всю ту боль, которая нас окружает. Блин, видишь это, в чем вопрос? Бывает и на машинах, там три машины, бывает на самолетах. Смотри, что подходит. Так, ковырю. Есть, прикрыл. Второго. Прикрыл. Блять, меня сбил трубу. Блять, да что ж такое? Только вот хочу копа выключить. Сразу сито тут появляется. Опа, да? Видишь, какой резкий, чуваки, а? Вот так вот, блядь, кидеры. Опа. Ну, короче, я так понял, я успеваю где-то выстрелить как минимум 30 РПГ, прежде чем меня завалят. Не всегда. Сука, блин. Так, все, я бегу. А он, наверное, FK. Вау, хоп. Как дела? Горишь? Блять, хуя ты меня стреляешь, блядь. Что, больно же, блядь? Это называется умри от стены. Да, зря надо было дальше полететь. Опа! Хотя разница. Сито замоли! Сито, блядь, промазывается просто. Вертушка! Убил! Чувствуется скилл, блядь. Только я так могу промазать. Миллиметр я просто машу. Тоже скилл. Мне главное кнопку не перепутать, из самолета не выпрыгнуть. Ага, а мне так, главное мы... сейчас бы это не вылететь с игры. Так что мне второй пилот прям позарез нужен. Потому что у меня, нет, короче, гроза, да, гроза сейчас, я могу вылететь, вот прикольно будет. Ситозана, нет ситозана. Сука, боль.
Все, вальну. У меня два есть особых груза, но я их продавать не собираюсь. Так, недосистен, аэроковер. Все, I'm ready. Блин, как я так промазал-то по двум вертолетам-то, ёпочка. Твои дивизии, блин. Как так-то, сука? Бля, я должен повторить этот трюк, когда я сбил два вертолета, одно РПГ. Это было шедеврально. Так, бегим. Так, на. Не, ну по сути, если честно, то можно вдвоем продавать. Но не меньше. Потому что один защищает, другой просто доставляет. А как защищать, если тут вся сессия? В конце бывает. Не, от врагов, если продаешь. Там просто на последних точках уже враги появляются. И как бы самолет уже жалко будет, когда тебя вот собьют. Макс, нет повар, нет ассисту. Я сейчас не про лагал сказал. Норм сказал. Знаешь, сетка такая, походу, я фиг узнаю. Хотя до этого играл нормально же. Вы меня слышали до этого. Если кто-то из вас меня въебется в меня этот зачтут, что это я как бы просрал груз. Я. Или наоборот. Пробовать-то не надо. Я сколько будет столько миллионов потратить. Не, ну а что, можно просрать груз, что ли? Убил вертолет. Если он разобьется, но он при этом доставляет груз, то есть не босс. Что будет с деньгами, да и с товаром? Не-не-не, меня интересует другое. Если ты, например, сейчас в меня въебешься, это зачтут как ты сам груз уничтожен или как я? Я пробовать не хочу. Я даже не очень хочу, мне еще боссом хочется какой-то... Там же вертолет убил. Кажут. Нет, не убил. Убил. Короче, летим потом. Блин, я как вам покажу, короче, точку. Блять, второй не могу убить. Убил. Короче, летим на склад. Дальше. Ребят. Убил. Ты скажи, где он хотел находится. Все уже. Нет, 30 секунд. Я не спал. Завали. Короче, возле побережья там. Ну вот смотри, вот как я прямо лечу, так туда и лететь. Блять, почему не 40? Возле воды, которая, да? Да. Только я там не знаю, как продавать бы. На воде и в зоне. Ну, сейчас возьмем. Блять, нахуй, люди, твари. Надо было лететь от первого лица. Надо не сюда. Когда маленькая партия... Вот это такое за меня прокатил. Ни хера меня Ситазом сейчас прокатил, бля. Влад. Опа! Чё-то там у мусоров возникли серьезные проблемы. Ну вы там не сядете, ребят, сразу говорю. Чего? Ты меня недооцениваешь. Куда? Здесь просто негде место. Нет, до такого большого. Ты уверен? А, давай, посмотрю. Релодер. Да, есть только воду. Конечно, и все. Сейчас посмотрим, куда вообще это. Опа, тетя. Горело там в машине. Где вообще склад? Прыгай лучше. Работу, домой. Не, прикольно, знаешь, тебя, короче, видишь, работа вечером домой, тетя, блядь, на машине. Хуякарь, ты дверь ебал. Жиза! Сейчас погодите, только припаркую. Ну-ну, давай. Пиздец, у меня больше 30 не поднимается, это не парни. Ебутся слоны, блядь. У меня 75 дневных вообще кайфово, прям.
Не, мне тоже кайфово, мне похуй, блядь. Я еще играл. Я лучше складно иду. Я еще играл, когда спектром был, поэтому мне не привыкать, блядь. Че там говорил? Вау, 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 вау. Полегче, мусоры, полегче. Литвин, че ты там говорил? Да я говорю, тебя боюсь, я лучше в склад зайду. Ну ты выйди, я нормально паркнулся. И не ходи. Не бойся. Так, reloaded, I'm ready. Я и так выхожу. Че, не видно? На, тварь! Ох! Прям в мордашку, а? Привет, копик. На, блядь. РПГ под ножки. Вау, 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 вау. Полегче, мусора, полегче. Так, сзади вертушка. Бил. What the fuck, действительно, what the fuck. Две вертушки с одного выстрела. Синхронно. Опа, мусорок. Ты смотри, сука, хитрая, блядь. Объехал меня. Че, плохо паркнулся? Не знаю, мусора не оценили. Блин. Так вот фиг ли ты мой этот самолет спиздил? Ну блин, как ты знаешь. Блядь, да нет, ты еще и попадает. Бля, я почти труп. Вау! Давай я помогу хотя бы один вертолет убить, вот эти две. Полетай пока так. Че, вы достали 111 ящиков? Скажите, хоть сколько денег-то будет? Да, сейчас пошли уже второй 111 ящика доставлять. Там уже на корабле будем доставлять. Ну и как, достали 111 ящиков? Сколько дали? Сука, не сказал. 2 286 400. Ну да, это чуть... Я же говорю, я тебе скину. Склад может быть даже эх, немного окупит, блядь. Да не, я не успел выпрыгнуть этот. Ну блин, там из. Да. А я по лесенке. Эй, мой что? Я никогда здесь не водил. Брысь. Мусор сгорел на работе. Ему в ноги прилетел РПГ. Не знаю. Мусор потерял, наверное. What the fuck, блядь? Хуя себе, вертель, блядь, задом сдает. Хера. Красавчик, ты видал, что? Блять, есть недостаток, когда вертолеты перед тобой падают, блять. Что-то напрягает иногда. Братуха, я бегу неожиданно сбоку. Умри, сука. Блять. А, жесть. Так лодочка целая осталась, даже я выжил. Ты что творишь-то, а? Да блин, это сам максимальная скорость. Убрались мусора нахуй. Он же вертушку заказал. РС, не надо, блин. Убрал вертушку. Катя. Понимаешь, я за тебя 2 миллиона потеряю. Не надо. Ну не надо, реально. Конечно, это груз. Да, это груз. По-любому надо помочь, да.
Это вы сами потом разберетесь, не со мной. Это без меня, ребят, ну чё вы? Чё мы тебя нагрелись, Серёг? Не, ну просто, блин, смотри, сейчас я пострадаю, да, и вообще ни за что, ни одного человека. Мне это надо? Да. Надо, надо. Да. Давай твою игру сварим, если тебе надо. Вам один уже горит. Ох, как красиво. Мы не знаем, где поймем. Знаем, что мусора вот сгорели, так прям не в том углу упал горящий трупик мусорка. Призрачный гонщик. Да пиздец нахуй, я и сам загорелся из-за этого типа. Ох, как я там убрал копа. Шикардос. Чувствуется скилл, блядь. Как мусора уворачивают от РПГ, я, блядь, не понимаю. Каким образом так уворачивают? Сука, нахуй. РС, ты здесь, если хочешь, убивай этого. Пуль, как там? Чё там здесь? Ты сидишь, платит? 6. 10 тысяч платит только в том случае, если ты долго отработал на босса. Типа разводятся? Так не зависит от того, что ты там загнал склад, не склад. Блин, у меня есть еще один склад, но он заполнен 50%, я думаю, продавать или не продавать. Недосистен, сковорни, куверни, релоудед. I'm ready. Сейчас посмотрим, что у меня в офисе творится. Там говорят, денежки развалят по всему офису. Сейчас посмотрим, что там будет. Come to help. I go. Жесть, вы габариты, конечно. Сзади тебя пожарка, Макс, вали ее нахер. Блять, нихуя себе, что ты за нахуй, блять. Так. Ах, боль-то как. Да, да, ставь погоню, сейчас это в офис заедем, посмотрим, что там. Так, бегу, 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 бегу. Тяжело с РПГ бежать, например, блядь, ну надо. Работа есть работа. Чё, слышали это? Новая тачка будет за 2 миллиона 700 тысяч, а? Слышали все? Чё за тачка? Самая быстрая тачка. Быстрее, чем Т-20. Быстрее, чем Т-20, шафтер. А? Шафтер и так быстрее, чем Т-20. Нет. Там еще быстрее. Ну, представь, 2 миллиона 700 тысяч, это без тюнинга. О, копчик, как красиво сделал. Банши быстрее Т-20, да, но она неуправляемая. 20 в этом отношении лучше. Бля, что-то мне сегодня прям везет, я прям так. Шафтер круто. Самая быстрая тачка. По прямой если. Блять, я видел несколько мусоров на дальней дистанции по отсек, блядь. Ну да, красиво. Деньги валяются по всему офису. Сделай принскрин. С учетом того, что у меня 3 склада продано. Интересно, а если больше продать, что будет? Нифига, да, денежки валяются. С учетом того, что у тебя еще и сейф есть. Пошли еще один продать, не посмотри, что будет в конце. И пригласим всех. Ты сказал, у тебя еще один полный или пустой? Полпустой. 50%, 50%. Как ты выжил, пидор, блядь, не вижу, ебать, тебе.
Вау, не жди! Нахуй, блядь, машину вашу. Блядь, самое тупое, здесь 10 ящиков вылетели на Титане, доставляли. А я, как этот, 6 коровок доставлял, во-первых, на каком-то сраном чуть ли не кукурузнике, блядь. Это, во-первых, во-вторых, блин. Мне так еще 10 там ящик условия. Там 111 нем. Понимаешь, а это понятно, понятно, что много про другое, а потому что самолет говно, и плюс до кучи еще это. Копскую машину снял. Еще у меня или нет? Еще двоих снял. Че ты предполагал? Да ты полагал. Нет, ты просто знаешь, начал садиться, и тебя, короче, застыло, перс. Да я просто охуенный игрок. Ну да, я там проехал, короче, игрок. Меня дернулся, он обратно встал. Э, кто мне стреляет? Так вот, я, короче, мне еще условия проехал. Ставили. Опа! Мне еще условия ставили, короче, нельзя лететь выше определенной высоты. Типа там полицейские радары, вся хуйня. Блять, как так? Я здесь такой хуйни не был. Ааа, вон он что. Я там, блядь, этот кукурузник раздрочил уже к третьей, наверное, точке. Потому что мне еще и надо руку убирать с кнопок управления. Ой, это здесь у тебя уникальный товар? Нет. Я уникальный товар не буду продавать. Да, мне просто посмотреть хочется, что это такое. Мам. А что за уникальный товар? Показать? Да не, не надо, мне похуй. Ну там у меня два уникальных товара, я тебе покажу. И что это значит? Ну вот представь, я два товара и 260 тысяч всего-то. Продать. Ну продать нужно за них. Не успел уехать, блядь. Опять аэропорт. А раньше здесь на машинах доставлял с этого места. Все бывает в первый раз. Че, я опять полечу? Да ладно, я полечу, я уже доставлял в аэропорт. Привет, коп. Пока, коп. Привет, коп. Копчик. Чем просто у тебя лаги или нет? Вообще капец, я сам угораю, бля. Не, если у тебя лагает, то может быть имеет смысл кто-то другой доставить. Не, ну у меня пока, смотри, 63 FPS, блин, приехал. Ты просто интернет лагает. Я же не через свой интернет. Но вот эти лаги тебе летать не помешают? Здорово. Не так, знаю. Так, вертолет летит, бля. Чё, хочешь полетать? Просто я в последний раз такими лагами разъебал на Валькирию. Отлично, готов. Не, чё, хочешь полетать? Я не дам, мне пофигу, в принципе. Прикольно, смотри, как мусор торчит, блядь. F11, F11, F11. Блять, мусор торчит, вообще шикардос. Пока есть, сделаю красивый ход. Да не доставить. Да не, нормально с лагами пойдет. Я попробую доставить. Так, давай, Макс, я бегу. Опять я там. Бегу, I cover you, братиш, I cover you. А, там же, смотри, два места занят. Хотя предупреждать надо было бы. Как вы, твари, уходите-то, блядь, от моих РПГ, ебана в рот, блядь. На! Да как так-то? Блин, все равно 10 точек. Есть. Шикарно.
Ладно. Че, товарищ, всем спасибо за игру. Увидимся. Че, спать уже, да, все? Да нет, я сейчас со своим, да, делам. Завтра на работу, да, все, пора уже. Да погодь, погодь. У меня, подожди, здесь 10 грузов, я тебе покажу офис, забитый деньгами. Да ничего страшного. Не подождешь? Запись сделаешь, да нет, уже нет, все. Вау, вау, ну вау, ладно. Вау, 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 вау. Я особый груз хотел показать. Ну-ка, походу не хочешь. Да потом покажешь.